Всем привет, вас приветствует игровой канал Saints Gamers, мы Павел, продолжаем проект игру Hitman Absolution. Ну что ж, в прошлой серии мы зафейлились с Санчезом, нас полила охрана. Как и обещал, я с начала этой серии пришел уже на все готовенькое. Ну, как бы я все сделал, чтобы вы не ждали, я спрятал два тела в ящики. Вот тут охранники, которые ходили, вон, трое уже толпа. Ну что ж, возле этого вентиля можно скинуть его на Санчеза. Давайте... Я пытаюсь подождать, чтобы не задело вот этого вот мирного чувака. Пора. Окей, найс. 90 тысяч и минус лишнее убийство. Ну его то есть не было. Теперь вот бы как бы мне скрыться бы потихонечку по стелсу. Так, надеюсь, ты, чувак, не сюда дойдешь, который ты сейчас тут на радаре у меня показываешься. А, он стал белым. Отлично. Так. Маскировка? А что за маскировка? А, типа тренеры? Или кто это? Окей, да, это типа тренеры. Блин, а вон там он есть улика, которую я в тот раз попытался забрать, но меня успешно с нее спалили. Из-за этого мы и зафейлились. Они отсюда нафиг никуда не уйдут, да? Окей, в принципе, можно и без улики. Так, 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 так. Так, что же делать-то? Они стоят нифига. Даже никуда не отходят. Надеюсь, тут охранников не будет. Ага, размечтался я. Они тут прочесывают все. Вот блин, а. Ну окей, остается только через этот вход с инстинктом. Окей, погнали. А это не... Нет, эй, дурак, чего нового? Че, все по-старому, братан. Так, вот как бы мне теперь только свалить отсюда, а? Так, смотрите, есть лестница, кажется. Или это не лестница? А, во. Вот это что у нас такое? Фомка? Окей, давай. Ой, тут прям к выходу. Чуваки, Санчес сдох, все. До свидания. Покинуть арену. Хамелеон, когда агент 47 прячется у всех на виду, инстинкт восстанавливается еще быстрее. Мимикрия требует еще меньше инстинкта. Сок у нас счет какой? 110 тысяч. Ну неплохо. Бюро находок. Ой, много вообще не собрали. Снайперку можно было собрать. Патриот. Костюм. Блик взрывчатки C4. Даже такое было. Ого, даже что было. Моргенштерн. Плюшевый мишка. Много очень вещей. О, улика зато. Но мы какую-то улику не собрали. Ну что ж, ладно, погнали дальше. В отель Вайкики. Хотите зарегистрироваться? Бен Франклин. О, проходите, сэр. У нас легкий завтрак с 7 до 9 в зале Тики.
Счастливые часы с 5 до 8 тоже в зале Тики. Майтай 2 по цене одного, пина-колада у нас... А что-нибудь попроще? Принести бутылку в ваш номер, мистер Франклин. Чего-нибудь темного. Да, сэр. Катись с Богом, засранец. Так. Нифига себе тут жесть. Где мы ползем-то? Враждебный район. Я даже не понимаю, какой враждебный район, какой не враждебный. Протиснуться с этой стороны. Нифига тут нет. Мне только протиснуться. Ну давай, Хитман. У меня пистолеты есть. И удавка. Утюг, ну бери. О, маскировка. А, это моя одежда. Нужно две тетки убить. Дженнифер Пакстон. Святые не уйдут, пока не убедятся в уничтожении объекта. Хитер Маккарти. Эту я прямо отсюда могу грохнуть. Только не знаю, что будет с охраной. И эту, в принципе, тоже можно прямо отсюда. Так. Да я вот не знаю, как их убить-то. Давайте попробуем. И сразу палево. И сразу на меня палево. Понятно. Окей, может тут заныкаться? Может они успокоятся? Ну сразу минус прям. Можно было и ту сразу мочкануть. Так, смотрите, сюда один бежит, чувак. Давайте подождем его. Охота. Угу. Немного успокоились. Ох, только не сюда, пожалуйста. Все сваливают. Ананас вон есть. А, это то, что он пил, по-моему. Так, а может отсюда сразу и вторую бочкануть? Так, давай. Да, она идет-то. Блин, а? Сейчас сюда опять побегут. Лучше тут заныкаться опять. И ждать, пока они придут. Найти приемную мотеля. Блин, это будет еще сложнее теперь.
этих-то теточек на изи мочканул. Ну а сюда бегут два охранника. Сейчас по-любому будут выяснять отношения. Или сейчас зайдут сюда и будут отдыхать. А, нет, охота. Я думал, сейчас сюда встанут и будут тут стоять. Атаковать можно. О, ты что, тут стоять будешь? Вот. Про то, что говорил, отдыхать тут будет, чувак. Не, вот только это не надо. Там мне придется тебя убивать. А, нет, хотя я могу утюг кинуть. И ты уйдешь. В поиске. Блин, ну мне бы чтоб как-нибудь там потише. Или как там? Все спокойно, по-моему, пишется. Да, ой, жесть, как далеко. Возможно, и найдете, возможно, и нет. Кто вас знает? Вот, в принципе, и маскировочка нашлась. Блин, только сюда чувак поднимается. Быстрее, 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 47-й. Давай, в холодильник его. Так, окей. О, все, все, спокойно. Блин, они тут мирно жители, что ли, поубивали всех? Наверное, да. Так, контрольная точка. Нас неприятно. Вероятно, нарушитель. Давайте, давайте. Нарушитель, да у вас два трупа. Из своей компании. У вас очень большой нарушитель. Блин, как тебе только туда пробраться? Это беда, беда. Блин, еще никакие двери, да, не открываются. Ну, этих теток что-то быстро я их слил. Конечно, можно было как-нибудь там попытаться их, ну, этими случайными случаями. Ну, не случайно, нелепыми случаями убить. Смотреть, оба. У других ничего странного не происходит. Блин, мне бы он за ту машину. А, подождите, я в своей маскировке, да? Ну, то есть я в их не маскировке. Получается, я могу на инстинкте пройти. Ой, немножко палит. Так, 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 быстрее, 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 быстрее. Отлично. Так понимаю, у них тут радиоуправляемые мины. Оружие какое-то. Но это их не, скорее всего. Блин, а вот этот, скорее всего, чувак никак отсюда не уйдет. Окей, погнали. Понял. У тебя форма мятая. Я его знаю. О, боже. Вы не один из них. Как же вы? Господи, отсюда надо. А вон там, смотрите, как-то можно было вот тут пройти. Ну окей, нам не сюда. Бегите, бегите отсюда! Быстрее, пока они вас не нашли! Что это за чувак какой-то? Я слышал, это одна из программ Трэвиса. Он их по всему миру ищет. Сироты гражданских войн, жертвы домашнего насилия. Чувак, если я свой. Какая-то палка с камнем лежит.
Это или клюшка. Клюшка, скорее всего. Господи, а он изобретательный. Ой, чуваки, дайте лучше скрыться, а. Почти же дошел. О. Еще замок взламывать. Давай пока быстрее, пока никто не видит. Так, отлично. Еще две цели надо убить. Вмешательство. Гавайская танцовщица. Так, ликвидируйте Диану, Радончик. Набери еще раз. Есть, мэм. Вызываю святых, группу 1. Святые 1, отвечайте. Прием. Нет, одни помехи. Где их последний раз видели? Шли на первый этаж, мэм. Странно. Продолжай, солдат. Скажи мне, когда дозвонишься. Так, они что, ищут ту группу, что ли? Которую я предложил? Блин, тут не варик ее убивать, тут прям рядом. Так, а вот у нас что? Мой еще жив, никакого сюрприза уже не получится. Я видел его работу. Я считаю, нам надо тут все перекрыть. О, конечно, с бензином. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой. Мирные, гражданские. Ага. Они там двое стоят. Давай лучше отвертку. Блин, как бы мне пойти, а? Туда куда-нибудь к ним. Чё тут? Клюшка для гольфа. Ну мы брали клюшку для гольфа. Она в бюро находок у нас пошла. Так, это мирный, да? Эта операция касается национальной безопасности. Так. Быстренько сюда. Клюшка для гольфа опять. Мясо жарит. Цель где-то тут одна. Угу, вон она. Тут кто-нибудь есть? Блин, ну если я ее убью, все сразу пойдут бежать сюда. Там, в принципе, есть шкаф. Понятно. Даже разговаривать с ним почти не стал. На изи. Только вот теперь спрятаться надо. Они все обследуют. А цель в баре. То есть выходит из бара. Есть шанс еще один минус сделать. Да блин, а? Маскировка раскрыта. А так все гладко пошло, а? Что значит нет ответа? Набери. Ну-ка, если их раз. Тут. Есть, мэм. Вызываю святых групп. Палево есть? Палево нет. Но я лишнего минусанул. Прикол в том, то, что они могут сейчас тела спалить. Вот сюда вот могу избавиться от тела. Второй, наверное, сюда не поместится. Окей, давай оденем твою чистую маскировочку, а то свою я запачкал. Надеюсь, ты сюда тоже поместишься. Да, отлично. Офигеть. Они меня спалили. Ну, можно попробовать еще раз так же, только... их быстрее тела засунуть.
Окей. Что значит нет ответа? Набери еще раз. Обнаружение было. По-моему, обнаружение всегда, когда это как ее выходишь, и тебя убивают. Ой, ты убиваешь. Диана Радончик ликвидирована. Быстрее, пожалуйста, 47-й, чтобы нас не спалили. О, красава. Давай, УЗИ. Вторая цель. Угу. Сейчас ее также мочканем, как в первый раз. И попытаемся свалить оттуда. Блин, 17 тысяч, это мало. Даже никто не увидел, что ли? Да ладно, не может быть. Сейчас они тело обнаружат. Угу, они обнаружили тело. Найдено тело, отлично. Подозрительность. Так, ладно, пока что подождем, поиски идут. Помога прибыла. Блин. Подмога это фигово, да, вон, вижу, вышли. Хорошо, что я там тела спрятал в этом баре. Ну, знаете, чувак остался жив. Окей, погнали. Смотрите по сторонам. Смотрите по сторонам, я смотрю по сторонам. Ребята как вороны, за вами смерть по пятам идет. Ой, жесть, он прям меня палит. Все отлично. Ага, мне туда. Так. Отлично. Так, теперь самое главное, чтобы никто не повернулся. О, все, найс. Блин, еще несколько целей, офигеть. Ликвидируйте последних святых. У нас кукурузное поле. Наверное, нам на руку. Так, а что тут у тебя? А, патроны? Оп. Пока никто не видит. Сдавайся, 47-й! Мы знаем, что ты там! Сидите тихо и не двигайтесь. Ага, окей, я к ней иду. Все? К этой тетке. Когда? Да и черт с ней, конец есть. В моем отряд зачистки только что обнаружил тела первого отряда святых. Работал профессионал. Наша цель все еще на свободе. Угу, значит, я не знаю, что я здесь. Она в дом не хочет зайти. Кто это? Это я. О, тут контрольная точка есть.
Блин, она что, в дом пошла, что ли? На, сдохни там. Я не знаю, что это. Отлично! Луиза Кен ликвидирована. Вот так вот. По случайности. Так, можно, конечно, сейв бахнуть. Ну, в принципе, мы так и сделаем. Так, еще две цели. Так, а что у нас за дом? Сюда кто не ходит? Ага, чувак его охраняет. Значит, тут... Тут и должен быть. Или что? Спрятаться только можно. Больше ничего? Наверное, нет. Ох, что было. Кажись, тело обнаружили. Кто-то что-то пальнул. Где оставшиеся две цели-то? Ничего, оба. Подозреваемый может быть совсем рядом. Так, одну вижу. Она в траву пошла. Там есть очень классный шанс ее мочкануть. Думаешь, нам это нравится, 47-й? Ты был нашим кумиром. Обращение. Блин. Жесткое палево. Но у нас есть контрольная точка. Хорошо. Это радует. Так, тут уже половина охранников на разных местах. Кто-то меня уже палит. Поздравляю, что ты меня знаешь. Да ладно. Как он исчерпан у меня? Он в трассу у меня... Меня не слышите? Сэр. Эй. Эй, я с тобой говорю. Туда нельзя. Сэр, немедленно остановитесь. Агент 47. Он переодел... Блин, у меня же инстинкт нормально был. Фиг ли он уменьшился. Офигеть, у меня так мало инстинкта. Вот жесть. У меня ж, по-моему, больше было, не? Что-то это вот я не помню. Ладно. Попробуем так. Окей, можно, конечно, его сейчас ножа вырубить. Значит, сюда придет вот кукурузку моей ножичек кинем. На какой случайным образом убить? Ой, палит, палит, палит кто-то. Все. Еще минус одна. Ножик, классная штука. Ага, вон она ходит, я вижу ее. Инстинкта хотя бы побольше. Есть что-нибудь метательное? И прям отсюда можно было бахнуть. Слышь, ты сюда не пойдешь? Хотя я в окно вылезу. Вот у нее револьвер. Я свой, 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 свой. В дом можно? В дом нельзя.
Печалька. Что у нас там в доме? Собачья кость, что ли? Собачья кость, да. Куда она идет-то? Держитесь, ему нас не одолеть! Ну да, конечно. Использует лестницу. А тут что? Блин, тут палит. Ой-ой-ой-ой. Стойте, где стоите! Он сам придет сюда! Да я уж пришел почти. Вас жду. Ну окей, погнали. Посмотрим, что там наверху. А, может, я несчастным случаем уронить на нее? Ну, это интересно. Но они все полезут сюда, наверное. Это, конечно, нормальная тема. Можно даже ее вообще просто отсюда грохнуть. Даже радиоуправляемая взрывчатка есть. Блин, отсюда нифига не видно. Окей, спускайся. А что там контрол? Что там контрол был? Это я. Чуваки, не узнаете, что ли? Спрятаться в толчке. Что, только один способ ее убить, что ли? Окей, давайте тогда его. Пока она здесь. Держитесь, ему нас не одолеть! Сейчас прям тебя вот тут могу грохнуть, но меня все спалят. Ой-ой-ой-ой-ой. Было палево, конечно. Вот сейчас бы трупачок бы оттащить. Быстрее, давай. Ох, жесть. Окей, ладно, тут давай в траву. Чё там? Куда нам? Я его уже видел. Нам компьютеру надо. Здесь они тело не найдут. Что? Ладно, осторожно. У нас потери. Куда, блин, мне? Найдено тело. Подозрительность. Ё-моё. Инстинкт кончается. Блин, куда мне-то? Я так и не понял, куда мне сваливать-то? К машине, что ли? Наверное, к машине. Они нашли эту тетку, кажись. Не успел ее спрятать в толчок. Хотел ее в толчок спрятать, но что-то как-то не получилось. В поиске. А, во. Телефон нужен был. Святые, отвечайте. Святые, вы слышите меня? Миссия про 47-й. Я тебе доверял.
Тебе поручили задание, а ты предал агентство. Ты унизил меня! Инстинкт выстрела 3 разблокирован еще сильнее, сокращает расход инстинкта при стрельбе на скидку. Подавление больше сильнее, повышает болевой порог агент 47 и его способность отправлять от ран. Стрельба с двух рук еще больше повышает точность и скорость стрельбы с двух рук из пистолетов и пистолетов-пулеметов. Так, насколько мы там справились-то? 223 тысячи, неплохо. Пёра на ходок, ого, смотрите, какой классный пистолетик. Ну, хотя бы мы отпускатель грехов взяли. Очень нормальный револьвер. Пугало. Мясницкий нож, фомка, огнетушитель. Металлическая труба, красивый яд даже есть. Радиоуправляемая взрывчатка, улика, гаечный ключ. Ну, бюро находок. Так, среднее собрали. Ну что ж, вот такая вот была миссия. Ну, много, кстати, мы убили. Ну, а на этом, пожалуй, серию закончим. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.